have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Всем доброго времени суток. Привет. Всем привет. Привет. Мы тут по вашей рекомендации зашли в симулятор Железного человека, и тут происходит полнейший трешак, пока что, по крайней мере. Ракета пошла! А почему мне не хватает куска ноги? Черт. А тебе сломали костюм. Я кого-то убил. А как мне поменять костюм? Погоди, это нужно вот так сделать. Нажми на... Нет, еще раз. X. Это удаление. Да, я понял. Давайте посмотрим все костюмы. Я сейчас Mark 2 нажму. Мне интересно, если мы будем смотреть так, как в фильме. Я понял, как в костюм вернуться. Если ты из него вышел. Да, поздно, чувак. На Q нажать надо. Ну да. Да. Он либо сам к тебе вернется, либо ты в него зайдешь. Бум. Ну это... О. Смотря на какой-то дистанции. В общем, не знаю, да. Опций очень круто, очень много разных вещей, которые можно сделать так. Бей его. То, что мне лично очень понравилось, что можно вот так вот выйти из костюма, при этом управлять отдельно костюмом или же управлять отдельно с собой. Но самый бред во всем этом, что можно управлять костюмом и ударить себя. Зачем ты бьёшь? Да, зачем и ударить бьёшь? Тебя. Да, спасибо. Но я-то сейчас зареспаунюсь. Блин. Я не знаю, я адмирала кошмарю. Я посмотрю сейчас другой костюм. Я хочу по очереди... Ой, тут... А чё у вас так много заспаунилось? Я хочу Марк 3 посмотреть. Побольше костюмов хочется посмотреть, разных прикольных. Я хочу всех мафию прогрессить. Ты такие шутки не делаешь. Вот, фишка в том, что на пока в маске я могу нажимать на ракеты. Тут можно кнопками управлять все дела, да. Если я сниму маску, то вот кнопками я могу пульсарами управлять. Ау. Это был мой фраг. Сколько ракеты перезаряжаются? Ай-яй-яй, стой. Полетели. О, кто-то подо мной пролетел. А как, как нацеливаться на человека? А сам захват происходит. Бам! Бум. Как маску обратно надеть, я тоже, кстати, не знаю. К? Да. Ага, хорошо. А ракета тогда... Ау. Ракета тогда чем? А, Р. А! Нет, ну ракета... Что это? А, ракеты работают только с закрытым забралом? Ну да, то вдруг осколки в лицо залетят. И вытаскивать осколки из зубов. Да ладно, из зубов, из глаз вообще точно неприятно будет. Я гений. Смотри фокус. С исчезновением, кстати. С исчезновением меня, что ли? Не, я не хочу. Я думаю, мы оба отлетим. Да, захват, вот он происходит. Захват. Ауч. А, и пускать опять же ракеты можно только в полете. Ну, нет, смотри. Понял. Так. Чувак, отвянь. А. Ладно. Хеллоу Китти, я сейчас кого-то... Что за рейс? А, рейс это летать, все, понял. Я хочу Марк 4 посмотреть, как выглядит. Оп. А, на М можно переключаться между собой. Да, на М можно, кроме того, что выйти, можно... Так, маска это К. Вы возле какого здания-то? На М, и почему-то ты сразу управляешь костюмом. Но если нажимаешь еще раз на М, то ты можешь вот так вот сделать. Ну, костюм, он не видит. Он невидимый. Он не... Какой? Видишь? Сигма, мне это не кажется? Но он, ну у него текстурка такая. Какой? Марк 4, мой невидимый. А, не-не-не, смотри, просто отдались от своего костюма. Нет, он впритык невидимый. Ну, я вот сейчас к своему подхожу, я его не вижу. Это именно со своими костюмами работает. Я его вижу. Я сейчас попробую другой, погоди. Он исчез. Сейчас я вам покажу. Я хочу шестой попробовать. О, нажми. Вы где? Я хочу Марк 6 попробовать. Вы где? Я вас не могу найти, уже сколько... Мы на земле стоим.
Каким тут образом? Безопасно, на удивление. О, а это с треугольным элементом питания. Возле дома так. С желтыми полосками? Так, так. Он, кстати, невидимым. Сейчас, погоди. А, нет. На самом деле, это, наверное... Да. Не то, что невидимый, а... Ну, для меня он становится невидимым, но вроде как... Да. Все остальные его видят. Прекрасно видят. Угу, я понял. Как маску одеть? К. А, К, понял. Смотрите, в чем прикол. Гляньте, я не знаю, вы такое пробовали уже или нет. Если, когда ты находишься вот на М, выходишь из костюма, костюм стоит рядом с тобой... Ох ты ж я. Вот, потом просто нажимаешь Q, и тогда да, такой, и опа, ты вдеваешься в костюмчик, прикольно. А можно нажать на P еще. Я сейчас воздухе свой костюм одел, слушай, так, погоди, а бить? P это... Что? Бей меня. А почему? Тоже. Я от первого лица стал, помогите. Стой. Смотри. Погоди, а P это что? P? P это как Q. Когда ты не в костюме. Так, бей. Ой. Меня, я думал, ты в костюме. Бей меня ракету, всем стреляй по мне. Так, хорошо, новый костюм. Стреляй по тебе? Да, прям стреляй по мне всем, и ракетами, и бей меня кулаками. Я хочу... Что такое? Что это? Минуточку, а тут будет этот Игор? Ну, еще. Что со мной произошло? У меня костюм отключается. Потеря энергии. Так до этого никогда так не было, и вот опять. А это ж можно, смотри, как сделать, погоди. Кулаками. У тебя костюм сломается. Кулаками. У тебя костюм ломается. А я чего? Никого не могу найти. Не у тебя, а у кота. Давай, еще бей, а как... еще бей. Блин, как взлететь? А, вот, флай. Давай, по рукам. Кого-то я что, могу выделить? Куда я буду бить? Голове. А где вы все, ребят? О, вот так. Все. Чуваки, я супер. А где вообще все? О, я вижу Пику. Вот. Здорово, вот, народ. У Пики, я иду к Пике. Что ты Пика где вы, пожалуйста? Сломался. Где вы? Бой. У меня нету костюма, и при этом я могу летать. А меня... Блин, интересно, меня кто-то убил или я просто от того, что костюм далеко помер? Слушай, побей еще меня по руке. Пика. Давай, по руке прям. Где я сломался? Где? Слушайте, я нашел синий костюм, подходящий под, под мою одежду. Хватит. Где мне найти это? Что подходящий под делал? Мою одежду костюм? Ну, я нашел синий просто, это какой Марк 12 сейчас на мне. Кстати, РЛС сильно сдвоит у земли. Ага. Реалистично. Мне очень сложно целиться, когда я стою на земле. Hello, Kitty. Ну, hello. Чуваки, Маркс. А, я нашел! Костюм! Какой? Ром, ты где? Я вот... Никакой. Я вот летаю, пытаюсь. Пика, бей меня еще. Стой, Пика. Остановись. Хорош, мазохист. Бей его, бей. Ну я хочу, чтобы у меня части костюма отпали, чтобы я... На одном шлеме лететь, у тебя голову оторвет. Ай-яй-яй, что со мной? Капец, здесь челики маневренные, за ними ракета не поспевает. Я вот сейчас пытаюсь маневрировать, какой там Человек-паук, вы чё? Я не знаю, кто там купился на этого Человека-паука на плойке, если тут есть вот такой симулятор Iron Man, тут можно такое... Привет. Сделай это уже, блин. Давай, друг. А! Не стреляйте, я вас только и только нашел. Вершин! А ты тоже сидел в этом костюме в 12-м? Соник очень быстро. А какой? 40-й? Да. 20-й. 20-й? Энергия, кстати, быстрее кончается. Не знаю. А у меня 12-й. А у меня ракета не пускается, хотел тебе ракету спустить. Стой, погоди. X, да, X, ну-ка. Ракета не пускается, да. Давай-ка 14-й гляну. Я... Кто ты разваливаешься? Я тоже решил на X нажать. Теперь Супермен. Сейчас спустим на землю. Минуточку. Хорошо. Нет, тут какие-то отличия в задней части, кстати. У тебя хвост торчит из костюма. Слушайте, подлетайте к желтому зданию. Давайте на желтое здание с желтыми полосками. Два желтых здания. А, минуточку, П это...
Я нажал P, он не рандомный костюм какой-то? А, самый новейший, что ли, P42. Ну, этот 43. Так, а как мне этот убрать? Я хочу взять новый, к примеру. X. X. И теперь Q. Yes. И теперь Mark 28, допустим. Бам. Обожаю людей забивать. О, это зеленый армейский. Прикольно. Они такие летят, 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 а я такой раз. Можно я с вами встречусь? Давайте сделаем где-то место, где мы будем встречаться. Я никак вас не могу найти. Давай, а где-то мы пойдем на самый верхний, ну то есть нас будет сколько, 5 человек, вряд ли нас позбивают. Нет, давайте на самый верхний, пошли. Еще лучше. Он мне говорит, осторожно уменьшите высоту. То есть не все костюмы способны на такую высоту? Да, да, да. На здание синими полосками. Тиану, сейчас. Сейчас я какого-то челика убью. Синими полосками. Пикал, лови. Да. С голубыми, что ли? Ну да. Все, я убил. У меня, кстати, 3% на костюме. А где проценты? А, вон, вижу. Армия. Энергия. Энерджи, да-да-да. А я без костюма летаю. Я летучий кот. Как из говна высыпался такой просто. Ай! Пика! Я люблю Пика! Иди сюда, я тебя ударю! Ну вон, я без костюма, и что ты наделал? Я отомщу за это. Просто, знаешь, такой набок, такой буньк. Хорош, хорош дубасить друг друга. Давайте встретимся, не оставляй. Прилетели! Да ну хватит, Пика! Пика. Понял. Так, сколько она снимает? Она ничего не снимает. А нет, ну. Сошли. Слушай, армор ничего, а по жизненным данным снимает 3% удара из этого репульсора. Вот ты, конечно, Пикачу. Кто по мне стреляет? Вы заплатите. Он вообще улетает. Стой, я не понимаю, где здесь сражаться. Пика! Да, сражаться здесь трудно, здесь именно как да всякие фишки прикольные. Случайно. Две кнопки для сражений, Е и Р. Все, здороваемся! Да, 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 давайте. Вы так и не поздоровались? Меня подождите, стойте, где вы? Мы поздоровались, но не поздоровались. Давайте. Стойте, 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 хорош! Хорош! Я хочу заплатить за то, что... Хорош! Все, теперь я доволен. У него костюм развалился. Спасибо. Всё, прекрасно, спокойно. Здороваемся. Давайте здороваемся, пока никто не прилетел. Хорошо, давайте. А можно всем заказать новые костюмы, пожалуйста? Вот. Что слышите, такое вообще? Я вам прикол скажу, я этого чувака встречал. Это я украл его тост. Шел за мной. Кот! Я так, как будто кто-то украл твой сладкий рулет. Не, без шуток, но я даже в мемы кидал, где он там со мной был. Он у меня не. Его у меня нету в друзьях, понимаете? За тобой охотятся. Я опять нашел. Я вам даже потом покажу. Ты карты принес? Рода. Этот чувак, он меня опять нашел. Милосердие, давай мы будем драться. А, Тим? А, ой, тогда. Ой. Максик, всё, всё, блин, всё. Тим? Максик, это ты, Максик? Нет, это не стреляй по нему. Ребят, всё. Я не верю, чудеса. Пика, успокойся! Все, спокойно. О. Кот, давай сюда, здороваемся, короче. Я знаю, я об этом пожалею. Здороваемся. Давайте быстрее. Спасибо, спасибо. Я только заказал костюм. Какой-то чел, кстати, прилетел. Да, случайный, рандомный вообще, ни при чем. Так, кот, ты тут? Кот. Либо кот, либо этот, Фрум надо, чтобы рядом со мной был.
То есть фоткаешься только со знаменитостью? Не-не-не, короче, типа, вы же друг друга найти спокойно сможете, вы же там рядом сидите. Фиг ли, мы точно так же разговариваем по микрофону, как и с вами. Так, ты кто? Все, давайте, кот, за мной, прилетели. Бейте Сивики, он серый. Ясно. Он упал. Летишь за мной, кот? Сейчас, я... Да я Пика не стреляет, что я тебе сделал? В смысле, Пике не надо, чтобы ты ему что-то сделал, чтобы он по тебе стрелял. Я тут пока что фраги себе... О, это вы здесь наверху? Да. Я случайно, меня вообще убили так-то. Не, погоди, случайно. Я тут какие-то вообще... Все, фрум, полетели, давай, фрум. О, куда? За мной. Костюм обновить надо. Кот! Я сейчас встану, и ты заплачешь за все. А где супергеройское приземление? Если я встану, ты ляжешь. Все, я на позиции. Ну, вернее, туда, где надо прийти. Каким-то образом. Блин, чувак. Так, адмирал, зачем украл тот? Я не хотел. Все мы знаем. Теперь за мной охотятся, и все из-за того, что ты украл какой-то тот. Вы просто понимаете этот прикол с тостерами, да? Ну вот, смотрите, у этого костюма у него нету проблем с высотой. То есть некоторые модели дают ограничения по высоте, некоторые модели может нет. Может быть дух, кстати. Короче, давайте просто в какой-нибудь угол сядем сейчас. Ребят, серия заканчивается. Вы до сих пор пытаетесь, я думаю... Здороваться. Да, я думаю, мы бы и не начали играть, если бы мы ждали этого момента. Печаль, ладно. Доска печаль. Ну-ка, какая тут максимальная тогда высота получается? Я нашел максимальную. Ты так, просто 600, упадешь вниз. 600. Это какой у тебя костюм? Вот, 800 метров. Воу. Какой это костюм? Это 20-й, что ли? Не знаю, сейчас я не помню. У меня 40-й уже на 200 метрах предупреждение. На 300-х отключается. Ну вот, да. я на 800 взлетел на синем костюме. Я тоже попробую. Как мне теперь восстановить функционал? Я просто сейчас вижу мир через маску, видимо, я лечу вниз. Да, я лечу вниз. Я тоже через маску вижу, в этом весь прикол. Ну сейчас упадешь, и все нормально будет. Бам. Да, все нормально будет. Да фиг там, надо будет перезаходить в костюм. Иначе он не будет работать. Ну-ка, 21-й посмотрим. Двадцать первый беленький какой-то, что ли. О! Со мной кто-то заспавнился, и мне пришлось его убить. Грустно. Но вкусно. Блин, а вот так вот это, кстати, смотрится. Офигеть, ребята! На Марк 21 важно улететь из этой планеты. Летите на самый. Я же говорю, на 20-м, 21-м они очень вас. Ух, я вовремя закрыл. Все. Макс. Пам. А я хочу взять второй Марк. Это ж. Или третий. Я на первых уже покатался. Блин, а это на 21-м вообще просто чудовищная высота. Йо, он летит очень высоко. Я уже 850. Ребят, официально на 21-м можно улететь в космос. Я сейчас в космосе. Высота, правда, 871 метр. Я к вам хочу пойти. Ребят, давайте. Вы это, на 21-м летите сюда. Марк 21 и летим в космос. Я чела почти разнес. Все, я у чела почти весь костюм разнес. Чего костюм кончился? Народ, вы не хотите в космос? Ну можно, что будет. Да. Да. Поехали, да. В космос. Летим в космос. А мне что до ресета? А почему вот этот 21-й какой-то золотой или? Да, он какой-то золотой, но блин. Сейчас, а можно? Он на той я могу находиться в космосе без воздуха, все нормально. С открытым забралом.
Сейчас приду. Блин, я хочу без брони быть. Можете кто-то меня ударить до половины ХП? Слушай! Я в космосе! Я где тоже. Ты? Это очень тупая идея, но я сейчас сделаю вот так. Где вы все? Вот я! Да вот я! 500 метров. Пика, ты тварь! Ох, ёлки, вот это круто получилось. Я вышел из костюма в космосе, начал падать, меня мой костюм начал уже перебивать, но... Ой, блин, я так не вижу, где я нахожусь. А, вон, я вас вижу, стойте. Вижу в небе белую черту. Мой фантом теряет высоту. Ника, хватит, я сейчас из игры выйду, за тебя хватит, ну хватит. Где ты? Кого? Кто это? Кто это сказал? Я не могу понять, что здесь делает этот... Хватит! Кто-то украл мой тост. Я ухожу. Почему я такой ветерочек, чтобы... Это фрум! Я ухожу. В какой-то игре попался чувак, которого я встретил не знаю когда. И... Ладно. Видимо, со мной следят. Ребята, если снять костюм в воздухе, то вы сдохнете. Нет, смотри. Во-первых, на. Во-вторых, на. Ты чё, я же умный? Смотри. Делаешь теперь вот так, пуньк. Я чё, превосходство в космосе выиграл, да? Оп. Прилетел. Блин, сюда прилетел какой-то... У меня не тот костюм собрался. У меня собрался 42, Марк 42, у которого очень маленькое ограничение по высоте. Мне пришлось... Не, давай будем драться. Так, Икс, какой там был? Yes! 21, 22. Ты радуешься. Ауч. А, я думаю, тебя с высоты снял. А можно в облаках прятаться от ракеты? Максимальная высота 1000. 1000, да. Да, я заметил, я отвалился. В общем, на 21 можно вылететь очень высоко, прикольно. Блин, а так бы я не знали об этом. Оп. Наверное, все это как-то связано со вселенной Железяки. Я просто смотрел только первые два фильма, потом я забил смотреть все, что выпускает Marvel. Первые два фильма, кстати, про Железку были красивые. Ребята, я все еще падаю. Кто-то прилетел ко мне. Да почему я не на здание, а почему я именно на улицу куда-то гру... А, я. Ну вот, я теперь упал. Это все из-за тебя. А! Что я тебе скинул? Я... Короче, да, прикол в том, что можно прям в воздухе вызывать костюм, и это все прикольно очень работает. Не знаю, я просто в восторге. Спасибо подписчикам, которые посоветовали этот режим, мне реально очень понравилось. Мало того, что весело, так еще и можно пооткрывать для себя кучу интересных вещей. Хорошо, то мы тогда на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, всем на душе. И всем покеда. Пока. Пика летит слишком быстро.